Осенью 2018-го на территории Подмосковья была реализована масштабная программа по замене остановочных комплексов. В Мытищах за средств регионального бюджета обновили 165 остановок. Не прошло и года, как порядка 30 остановок потеряли свой внешний вид, а более сотни из них необходима покраска. До 1 июня этого года на объектах заменят стекла, а в рамках гарантийных обязательств подрядная организация ООО «Грин Сити» должна устранить и другие замечания к автобусным остановкам. Замена стекол не решит проблему полностью. Это хорошо понимают и в окружной администрации, и в Министерстве дорожно-транспортного хозяйства области. Когда появятся камеры, которые будут показывать лица нарушителей, пока неизвестно. Но заинтересованность самих жителей в цветущем и благоустроенном городе позволит свести случаи вандализма к минимуму.